Ребят, прошло 5 минут, и я думаю... Всем привет, с вами Данилка и Толямба. Сегодня мы будем варить помидор, яблоко и мандарин. Да, может еще сварим банан, у Тохи бананы есть. Мы сегодня опять у Тохи дома. Сегодня мы будем варить, как говорим, фрукты, овощи. В маленькой его кастрюльке мы уже поставили воду кипятиться, сейчас мы вам ее покажем. Итак, ребятки, вот мы поставили кастрюлю греться на газ. Вон там газ у Тохи горит. Вот мы будем ложить помидор, мандарин. Вот Тоха достает яблоки, и вот еще маленькие бананчики Тоха купил. Вот у Тохи там яблочки. Вот я уже достал. А, он уже достал вот такое огроменное яблоко. Мы положим, наверное, все за раз положим или нет? Или не влезет? Еще можно один банан, Тоха. Давай две мандаринки, все-таки они у меня маленькие. Мы сегодня такие шеф-повары будем с Тохой. Да. И, кстати, на свадьбе, друзья, сами. А, блин, горячо. На, также, вот у нас есть очень хорошие такие люди, они нам советуют, что делать, как проверить сайт. Также вот находите вот таких же. Мы желаем, чтобы наш канал улучшился, был лучше. Да. Также я хотел сообщить вам новость. Мы будем пока что снимать, пока зима, будем снимать в помещениях чаще всего. Может, на улице, когда будет тепло. Потому что, блин, зимой холодно, телефон не выдерживает такого холода, выключается, и я не могу снять с Тохой достойные ролики. У нас все выключается, и считайте, все в хлам валится, всякие фейерверки взрывали у нас, ничего не, как вам сказать, не снялось. И, короче, вот, минус ролик был. Вот мы будем снимать помещение либо у меня дома, либо у Тохи, либо где-нибудь в Петре будем гулять. Не знаю, посмотрим. Как-нибудь посмотрим. Но сейчас мы в этом ролике будем варить фрукты, овощи. Так, ребят, Тоха добавил туда какао-порошок и варенье, не знаю. Спустя 5 минут вода еще не закипает. А сейчас? Что это такое? Что это такое? Опять Тоха поэкстремал. Нельзя просто варить фрукты, надо что-нибудь добавить обычно в воду, да, Тоха? А как же? Сейчас добавлю рыбий жир. Не надо его? Дурак, не надо. Это не рыбий жир, он другой немного, это специи. Да, для рыбы. Да. Кумин. Да. Сейчас, ребят, когда у нас вода закипит, мы вам все покажем, как мы суем фрукты, и покажем, как они сварятся. Итак, вот, ребят, спустя 10 минут у нас закипела вода. Вадя, ложь мандаринку. Я боюсь. Да. Так я люблю мандарины. Вот. Бедненькая моя. Да? Вот, можно еще добавить помидорку. Потом. И можем добавить помидорку, нет? Не будем? Нет, не хватится. Вот мы положили первые фрукты, потом положим эти два фрукта. Сначала эти попробуем, потом остальные доварим. Ребят, прошло 5 минут, и я думаю, еще минут 5, и будет все нормально. Нормально. Вот как банан почернел. Мандаринки стали мягкие. Помидорку мы не стали всю сувать, потому что мы знаем, что это не будет. Мы для вас так кусочек дали. Яблоко тоже очень мягкое. Еще минут 5, я думаю, и будет все пучком. Толян куда-то убежал, вот со мной пока Вадимка сидит, блин, отсвечивает все. Вот этим ножиком мы будем все разрезать. Сейчас мы приготовим тарелочку и сложим все. Смотрите, у нас целый вейп получается. Тоха сливает горячую воду. Целый вейп. Полегче, полегче, Тоха, не пари так. Вот Тоха парит здесь. Оп! Все, давай переложим в нашу замечательную тарелочку. Ложи, ложи. И сейчас мы будем все дегустировать. Вот этот ножик. Сейчас мы переместимся на стол. Также я опять буду снимать, ну, я бы продегустрировал. Итак, вот мы чистим мандаринку. Тоха ее будет пробовать. Валя, ты бери другую. И вы скажете чувства, что-нибудь изменилось в мандаринке или нет. Сейчас почистят и попробуют. Они очень... Яблоко очень мягкое. Блин, Валя, горячо ведь. Тоха, на ножик. Фига ты ее режешь. Вот. Сейчас попробую, давайте. Давай, Тоха, чисти. Дай мне одну попробовать. Да. Ну, вот. Скажем так, ничего не сменилось. Вкус такой же вроде.
Да. Ничего не изменилось, только в принципе. Теплая. Только теплая. Вкус не изменился, а сама по себе она теплая. Сейчас мы доедим и разрежем следующий. И корочка мягкая. Да, и легче чистить. Итак, ребят, мы знаем, что будет с помидоркой, она просто отслаиваться будет, это кожура, и будет очень мягкая. Оп. Давай, пробуй. Что ты хочешь делать? Соленсюс. А, солью-то, ну да, солью. Ни хрена ты там соли. Че, мудак, столько соли? Я вообще люблю соль. Угу. Ее много нельзя, в принципе? Давай, разрезаем яблоко. О, на пюре похоже вот тут. Да-да-да, вот она похожа на пюре. Вот здесь также снимается кожура, смотрите. Вадя, давай, снимай кожуру. Я пока сбегаю на балкон. Вот. Попробуй кожуру. Ну и как там вкус кожура? Немножко пюрешка, когда мы на чимушу лезем. Да. Только этого видео уже не осталось. Да. Мы с ним нечаянно там не снялось. Вот Вадя дегустирует все это. Дегустируй, Вадя. А Тоха убежал в туалет. Сказал, что много соли съел, пошел срать. Нет, он пошел на балкон. Я знаю. Ну и как тебе на вкус пюрешка? Ну, нормально. Это все яблоко или только одно выкинуть? Вон Калимбинус пришел. Сейчас пробуем яблочко. Давай, пробуй. Ну и нормально. Кожура похожа на вкус сухофруктов. Да? Так может так и делают, просто их потом... Очень вкусно. Да, советуем варить яблоко. Мандарин не надо, потому что что, в принципе, ничего не изменилось. Он просто теплый и кожура легко смещалась. А яблоко улучшило вкус, я тоже попробовала. Серьезно, улучшило вкус, не такая кислая была. Можно еще побольше поварить и сделать из него яблочное пюре. Да. Сейчас они доедят, и мы снимем банан. Давай. Сейчас Тоха разрезает банан. Я тебе пока его открою. Давай, открывай. Он, видите, какой черный. Тоха, потому что туда добавил какао. Вот и он черный. Надо было его дольше варить, видишь? Вот здесь вот изменилось, слушай. Ну-ка, подожди, дай попробовать. А, горячий очень. Не, ребят, банан не варите, полное говно. Какаха немножко. Вообще, вкус говно. Сладкого ничего нету, вообще фигня. Вообще херня. Нафиг мы его сварили вообще? Зря потратили. Надо было скушать. Дай мне. Похоже на сырую картошку вот вкусом. Я уже пробовала, не хочу. Придется. Где мой кусок? Нету. Ну ладно. О. Вот такие вот у нас фрукты получились. Мы вам советуем варить яблоко. Самое вкусное было яблоко. Да, вот это мандарина, вот яблоко. Ничего, помидор фигня. Банан вообще самое отстой на последнем месте. Победило у нас сегодня яблоко. Может мы еще сварим? Арбуз, лук, что-нибудь, чеснок какой-нибудь. Да. Но это уже в следующих видео. А на этом видео у нас заканчивается. Также вот у нас Ваня победитель. Мы ему дадим целых 3 килограмма сала. Вадя, иди ко мне. Тоха пытает Вадю. Где Вадя? Он в шкафу. Все, смотри, как пытает Вадя. Сало ешь. Вадя убегает, он не любит сало. Тоха упал. Давай, беги за ним. В этой комнате, я уверен. Нету? Нет. А вот я. Нету. В туалете. Ешь! Ладно, это были с вами Данил Каталямба и Вадимка сегодня даже. Если наберется 50 лайков на этом видео, мы сварим целый арбуз в большой-большой кастрюле. Так что набирайте лайки, а мы будем готовиться, мы думаем, вы хорошие, и наберется 50 лайков, так что... Так что мы очень похожи, да, мы даже очень похожи. Вот я, например, как на канал Дилерон, Свинплей и Мини-кошка, вот. Мы прям похожи. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем до скорых встреч, всем удачи, всем пока. Пока-пока.